Февральский мужской праздник – весомый повод собраться всем коллективом и весело провести время. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста от этой традиции не отстают. Женская часть организации в очередной раз подготовила для мужчин сюрприз. На праздник заглянула наша съемочная группа. Прекрасные коллеги, профессиональные сотрудницы, а еще и идейные вдохновительницы. Каждый год в преддверии 23 февраля женский коллектив ЛГЖТ поздравляет мужчин по новому сценарию. Неизменным остается лишь одно – любовь и уважение к своим коллегам. Очень хочется, чтобы защищать Отечество, Родину никогда не пришлось. Очень хочется, чтобы максимум, кого вы защищали, это нас, своих любимых женщин. Виновники торжества праздник оценили. Теперь главная задача – не ударить в грязь лицом 8 марта. Мы не такие уж творческие, не такие, но талантливые, как женщины. Но мы постараемся чисто по-мужски, но зато будет тоже искренне по-настоящему. Кроме коллег, мужскую часть ЛГЖТ поздравили творческие коллективы городского округа. Праздник не обошелся без приятных сюрпризов и памятных подарков. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.